вами на канале Ревякин Сергей. Сегодня прекрасная погода, плюс 4. И я бы хотел сделать небольшой обзор о мотоблоке, который отработал больше 8 лет. Мотоблок Нива МБ-2. Изначально на него установлен был двигатель Робин Субару X21. Через 5 лет жесткой эксплуатации, ну, свое хозяйство, коровка, поросята. Работы очень много. Перевозки, сена, навоза, песка. В общем, двигатель задымил. Села поршневая. Вот. Было решено поменять его вот на такой вот двигатель Дефан. 9 лошадок. Вот. Что могу сказать? Двигатель помощнее, приемисти, мне он нравится. Ну вот уже почти 3 года, он пока работает ничего, нормально. Вот. Из недостатков что? Отламывался руль у меня раза 2 в этих вот местах. Вот. Как я это устранил? Поставил перемычку. Такую вот перемычку. Ну, на старых мотоблоках еще такой перемычки не было. Вот. Это я уже сам сделал. Все это регулируется. При желании можно поднять выше и ниже. Не жесткое крепление. Так. Что еще? Поставил дополнительный ремень. Здесь у меня 4 скорости вперед и 2 назад. Почти трактор. Сейчас я вам покажу, что тут я сделал. Значит, что? Купил дополнительно ручку сцепления в магазине, тросик, соответственно, купил 2 ролика от мотоблока АК заднего хода, вот они, 2 ролика, сделал кронштейны самодельные, никакой токарной работы. Все сделано с помощью болгарки, сварки и дрели. Взял трубочку подходящего диаметра, вот, просверлил отверстие в металле плоском, ну, с уголка взят металл, просверлил отверстие, вставил, обварил, все. Вот, ну, трубочка как бы немножечко имела люфт, и я сейчас покажу. Я из жести сделал вот такую втулочку, чтобы люфт уменьшить. Ничего там сложного нет. Все это можно сделать, как говорится, на коленке. Так, ну, 2 ремня. Вот. Значит, еще проблема в них — это пружина, троса сцепления. Она постоянно лопается, мне это надоело. Я сделал, вышел из положения, сделал вот так вот. Это пружина с вазовских колодок. То есть я тросик обрезал из миллиметрового железа. Значит, сделал такое ушко, облудил его, как бы углубленце выдавил и впаял обыкновенным паяльником. И забыл, что это такое. Вот. Что еще из недостатков? Значит, постоянная болтанка колес разбивает шплинты, гнет, ломает. Я вышел из положения. Кстати, сделал самодельный домкрат-опрокидыватель.
продемонстрирую, как он работает. Вот. И переворачиваем его. Все у нас на виду. Колеса теперь не болтаются. Что я сделал? Значит, и на ступицах, вот ступицы колеса, я, значит, что, разрезал их, ну, там, миллиметра два потолще диск, разрезал почти до конца, сантиметра, наверное, полтора-два до конца не дорезал, и приварил вот такие вот ушки, пластины. Болты на 10, два болта, стянул. Все это теперь жестко, никакой болтанки, ничего. Как на настоящем тракторучке. То же самое и на удлинителе колес. Прорезал потолще с запасиком миллиметра 2-3 прорезь. Пластиночки, два болтика. Все просто и надежно. Да, вместо заводских шплинтов обыкновенные болты. Просто они подлиньше. Резьбовую часть я отрезал. Просверлил отверстие, ну, где-то на 2,5. Можно обыкновенной проволокой, можно шплинтом заводским. Вот и все. Теперь никакой болтанки, просто приятно работать. Колеса, естественно, я стер, потому как очень много транспортных работ. При перевозке сена до 60 километров в день я проезжал. В общем, колеса стер на коле. Лысые. Что еще? Еще, значит, стали у меня вылетать передачи. Вот. Но у меня тут пластиночка переломилась. Я ее сваркой, значит, приварил, но она, видать, ослабла. И было решение сделать из пилы, ну, хороший металл, из двуручной пилы сделал такую вот пластиночку. Теперь передача не вылетает, все четко, просто класс. Потом что? Значит, надо приспособиться к переключению передач. Переключаются они очень даже легко. При работающем двигателе, например, не доходит, зуб в зуб упирается, я нажимаю потихонечку на сцепление, шкив начинает проворачиваться и держу за рычаг переключение скоростей. И все, скорость зуб в зуб входит, все включается просто. Если бы у меня спросили, какой бы я мотоблок взял, приобрел бы, я бы сказал, что вот он мне нравится, я его знаю. Он простой, надежный. Всем рекомендую. Ну что, пока, друзья. До новых встреч. Ребят, по скрипту забыл показать еще один опрокидыватель. У меня их два. Сейчас продемонстрирую. Так, это один у нас. Вот он, самый первый, который я сделал. Сейчас покажу, как он работает. Придерживаешь слегка. И вот таким образом опрокидываешь. Все, можно менять колеса на грунтозацепы, фрезы ставить. Ну, фрезы ставить как бы стандартные неудобно, потому что на стандартных фрезах защита, и она как бы мешает. Вот. Ну, в общем, тот опрокидыватель мне лучше нравится, чем этот. Ну, есть он и есть, хорошо.
все. До свидания, до новых встреч. Всем пока.